Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас продолжается рубрика «Вторая сторона доната». Продолжается она на английском сервере. Как обычно, офигенные просто акции. Именно то, что надо. Почему бы и не забрать? Поехали, покажу, что сегодня есть. Вот Бугика за 2 пака можно уже собрать. Он, конечно, будет дешевле скоро, но еще дополнительно вы получаете нормальные плюшки. 10 эмблемок. Так, что тут еще? Ну, 4 за наш пак, по сути, вы получаете 4 сошки, 2500 книги, большие сумки Вогника. Неплохо. Скин Риббита. Ну, дальше такое себе. Ну, как бы такое себе. Для нас на, здесь это уже такое себе. Для нашего сервера это огонь. Такой вот пак уже продают. 6 эмблемки, 2 штуки. Я буду ждать все-таки 7. Поменяю музычку, что-то она приелась. Ну, вот такие вот паки. Что сегодня я забрал, сейчас вам покажу, расскажу. Вот такие вот паки я забрал. 2 больших. Как видите, лям 100 кулаков. Просто они мне сейчас тут вообще не нужны. 20 эмблемок у нас будет. Также был пак за 20 700 книг. Это еженедельный 300 самых каждый день. То есть, по сути, плюс там 9000 самого у нас получается. Что еще интересного? Пак за 50 Некрос, топовые сундучки, 50 коробочек таких вот. Ну и за 20 еще один пак, то, что мне нужно было, это сумочки. Сумочки именно питомцев первого уровня, 2000 плюс 500 льдышек. Вот так вот. То есть, по сути, очень-очень крутые акции. Потом мы это все пооткрываем. Поехали. Посмотрим, что у нас есть. Хрустальный сундук. Тут у нас пират. Ничего себе, СО раздают. У нас, по-моему, это на китайке, если не ошибаюсь, раздавали. Ну, давайте пару раз посмотрим. На китайке воодушевление. Ну, так вроде ничего. Плюшки дают. Посмотрите. Ну, вторые сундуки лепят сразу. Неплохо. Ну, оно мне по сути-то и не надо все. Так, забрали. Так, открылось здесь. Можно скин тыковки собрать бесплатный. Так, стрелка, осколок. Угу, открыли даже здесь. Рогатку дают. Тут у нас ничего интересного. И тут ничего интересного. Ну, здесь с этим тоже фантазии у них нет. Можно было бы получше что-то. Вот бонусы ежедневные, конечно, радуют. Вот, посмотрите, получаете за большой пак офигенные плюшки. Ну, не знаю, у нас к этому еще очень-очень далеко. Поехали, пробежимся по акциям. Так, можно выиграть Асуру, Некроса. Ой, Афинку, Бигфута. Ну, сейчас посмотрим. У нас 34 попытки. Как видите, в основном падает тыковка отсюда. Яйца питомца, психощит какой-то, дракос. Сейчас посмотрим. Радует то, что это все быстро здесь делается. Сейчас надо смотрителя еще докачать. Такс. Хорошо, с этим разобрались. Психощит первый. Смешно, конечно. Ну, такое себе. Так. Таурги смотрели. Так, императорская я вам показывал. Там просто жесть. Такие цены на такие плюшки, которые вообще того не стоят. Так.
Что у нас тут тоже 33 попытки, 33 богатыря. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут выпадет интересного. Самое основное — это рынок. То, что вы на рынке можете ределео затариться сразу. Нормально так. По сути, мне на аккаунте ничего уже практически не надо. Кроме питомцев, там некоторых рун. Например, у меня тут замедления нету. Хотелось бы замедление, чтобы потестировать. Если я не ошибаюсь, его здесь один раз когда-то продавали, я видел. Выживание, в принципе, скоро тоже будет копейки стоить к следующей обнове. Точно так же, как и раскол был в свое время. Так, укрот. Варлок, ничего себе, ну триан там нападало. Да, тоже ничего такого интересного нам не упало. Так, Smash and Win, ну поехали. Посмотрим. 6 яиц. Prime Hero Card 1, 5-я коробка. Трикси, Дэд Дрейк. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну посмотрим, что еще есть по акциям. Может, что-то скрытое, как обычно. Так, Tower Gifts мы смотрели. Императорскую тоже смотрели. Сейчас зайдем с машиной. Ну, вроде все. Так, ну как видите, здесь ну просто Бигфута можно взять, две Афины. Ну, просто бредово. Так, ну вроде как бы с такого все. У меня там, наверное, нету. Поехали посмотрим, или нету. На покере 3000 потраченных. Само, если нету, то придется потратить. А, не, есть. Ну, отлично. Давайте что-то собирать. Так, ну, давайте попробуем. Десять. Шесть. Пять. Блин, так все рандомно падает. Так, десятка. Девятка, семерка, восьмерка есть. Так, ну посмотрим, что за награды потом. Поехали следующую раздачу. Так, восемь, девяточку было бы неплохо затащить. Шесть, семь, восемь, девять. Так, шестерка, двойка, дама. Ну давайте уже что-то. Не хотят, видите. Такс. Девятка. Сейчас вольта будем ловить. И фиг словим, одни девятки падают. You meant
Что-то какой-то бредняк. Все. Так, окей. Ого, ничего себе надавали. Посмотрите, сколько всего дали. Неплохо. Конечно, награды никакие. Так, окей, поехали открывать плюшки. Посмотрим, что у нас есть. Так, значки почета. Это, конечно, хорошо. Открываем их сразу. Санки. Что у нас такое еще интересное? Ну, коробки я пока открывать не буду. Когда уже разгребусь с героями, тогда... Вот уже опять 129 коробок на чары. Так, поехали. Подкачаем смотрителей. Вот так вот, 46-й 200 требует. Не хило так, не кисло. А, 48-й, по-моему, максимально, если не ошибаюсь. Это я попутал. Так, тут 1800 надо. Ну, пока, честно говоря, спешить некуда. 200, потом, по-моему, по 200. А потом 2400, если, или 2500, если не ошибаюсь, надо будет глянуть. Так, хорошо. С этим разобрались, поехали дальше. Где там наши расходники? Два камешка в ориентации, неплохо. Так, 35 асурика нам дали. Так, ну что, давайте пооткрываем. Посмотрим, что у нас падает. Так. Ну, в принципе, где-то приблизительно все одинаково нами упало. Плюс-минус 1-2 порочный пак, только, как видите, один упал. А, так, окей. Ребят, 49 оставим. Давайте эти пооткрываем. Так, 150, 150, 10к. Ну, еще плюс 9 коробок, это хорошо. Коробки мне нужны, открываем топовые. Так, 100 камней, 200 таких. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, давайте, поехали. Эти подкрываем сумочки. В принципе, тоже новый питомец здесь очень быстро докачается. Я уже мог бы его прокачать, но я не спешу, в принципе... Жду более такие интересные акции. Все равно, оно все равно половина итемов, которые я выбиваю, они просто не нужны, валяются. Так. Отлично. Вторые тут у нас редкие падают. Их пока можно не открывать. А вот эти вот очень-очень нужны. Очень. Ну, в общем, оно будет открывать. Я, в принципе, вам оно, по сути, это уже не интересно. Пишите комменты, что вы думаете. На русском, как видите, акции все хуже и хуже. Не знаю. Возможно, это, в принципе, и лучше. То, что меньше доната и более интересно какие-то вещи добывать. Здесь, конечно, руки развязаны у тех, для тех, у кого есть деньги. Да и на русском, в принципе, то же самое со временем. Там просто подольше надо. Я тут уже практически этот аккаунт скоро догоню свою основу. При желании можно было это сделать и за месяц. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Какое там у нас сегодня первое на выходных? У нас уже будет розыгрыш огника. Я надеюсь. Всем удачи. Всем пока.